Здравствуйте, меня зовут Вайраги. Выкладываю ссылку еще на одно бесплатное скачивание своей книги, то есть она есть уже некоторое время в интернете. Это вторая книга, называется «На мистический Алтай». В этой книге дается описание путешествия, которое мы совершили в 2010 году с моими друзьями по местам путешествия Николая Константиновича Рериха, по священным озерам, по местам силы, каким-то шаманским местам и так далее. Посетили мы также чудотворную статуэтку Белой Тары, которая располагается практически на юге Алтая, наверное, в 100 километрах от границы с Монголией. В книге дается также анализ и объяснение неких аспектов учения Николая Константиновича Рериха, поскольку, ну, вы сами понимаете, что учение очень неоднозначное, в нем есть, с одной стороны, очень много плюсов, а с другой стороны, не меньше минусов. Поэтому, ну, в этой книге я постарался на своем собственном примере, не просто как в форме какого-то анализа, а на примере своего собственного путешествия, своих собственных медитаций, практики созерцания, посещения тех или иных мест, показать те или иные стороны этой земли, этих первобытных, могу с уверенностью сказать, мест. Места очень интересные, очень красивые, очень необычные. Вот. В целом, я думаю, книга найдет своих читателей. Человек, который поделился своим мнением, он был очень доволен прочтением этой книги. Ну, собственно, рекомендую также и вам. Книга покажет также другую сторону этой реальности. Там много переживаний мистических, всевозможных видений и так далее. Ссылка на скачивание будет в этом видео. И будет ссылка также на канале YouTube под видео. То есть в комментариях и в описании. До новых встреч!